Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Белоруссией, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля. Поэтому вооруженным силам и очень важно пограничникам не допустить нарушения государственной границы. Мы должны их видеть и прежде всего вашими возможностями. Более того, как мы понимаем, границу сейчас с территории Украины пограничники ушли практически. Ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Поэтому ваша задача, вашей разведки, видеть, что происходит на сопредельной территории. Особенно